Привет, и сегодня будут опять стикеры. И потому что мы в последнем видео закончили три коллекции, есть уже три новинки. Первое это вот это. Это выглядит сейчас очень странно, но потому что Пасха. Моя бабушка сделала коллекцию. Надя, хорошо ты это сделала. И она просто не сделала упаковки, я взяла вот такие штуки, это от шоколадных яиц, для тех, которые не знали. И я просто вот те, в которые я вот перед каникулами и на каникулы ела, я вот эту штуку оставляла. И Надя это для коллекции использовала. Я это сюда положу. Вторая коллекция это вот это. Это коллекция Кусака. Это название из двух других слов. Собака и... Как? Кусаться. Кусается. Нет. Как еще раз была? Собака. Нет, собака, я же сказала. Ну, потом посмотришь. Ах, ладно. Я вам просто в следующем видео скажу. А мы сейчас совсем запутались. И третья новиночка. Это хомячок. И мы вот заканчиваем с этой коллекцией, поэтому мы сразу с ней начинаем. Потому что я могу тогда эту коллекцию сразу сюда положить. И потому что мы тоже с этой коллекцией заканчиваем, мы вот с этими начнем тогда тоже. И у нас здесь вот такая клубничка, и она удивлена, и она высовывает ее язык высовывает. Сейчас что-то я не продумала. Ничего страшного. Мне так наклеить. Так наклеить. Я просто так наклею. Мне очень нравятся вот эти три. И переходим тогда к этой кошке. Она у нас вот здесь. Кстати, если вы хотите еще таких кошек, вы можете написать. О, наконец-то это все пошло по плану. И здесь у нас это первая кошка с такой кофточкой. И здесь скелет рыбки. И здесь лапки кошки. Я в этот раз сначала открыла это. То есть вот здесь открыла, не наклеила сначала кошку. И вот заметила, когда я сначала кошку наклеиваю, то это сразу отпадает. Вот у нас такая кошечка. И сначала тогда одеваем кофточку. У нас здесь такая синенькая. Вот потом у нас ребенок или друг, не знаю, как это сказать. Надя, куда клеить? Сюда? Не, или сюда? Да. Просто я заметила, что их можно вот тоже вот так, как шапку, клеить. Как будто бы на голове сидит. Еще у нас вот здесь такая большая, большой скелет рыбки. И его я наклею сюда, вот это пустое место. Тогда мы теперь закончили с двумя коллекциями. И мне очень хочется открыть эту коллекцию, потому что я вообще не знаю, что Надя в ней делала. Я вот только знаю, Надя сама оформила эту страницу. Она написала кофе-пауза, а я написала бабушкины стикеры, потому что... Я хочу на память, чтобы я знала, что это Надя делала. Думаю, я выберу вот это. Так, ставим. И у нас здесь такая кошка в кружке, и на кружке стоит Хэппи.
Очень красивая кошка, спасибо. Так, надо найти, где я могу открыть. Да в любом месте. Нет, надо найти, где удобно. Вот. Надо всегда где-то цепить, что вот такое случается. Вот. Наклею я ее сюда в серединку. Это я в сторону отложу. Может быть, ты мне еще коллекцию сделаешь, потому что мне очень нравится. Я думаю, мы тогда будем теперь сначала коллекцию открывать, и мы тогда начнем кусака. И она вот здесь. Это сейчас выглядит очень странно, но это такая коллекция, что это пирамида собак, которые вот так. Друг на друга стоят. Да. И они в виде хлеба разного, и поэтому слово кусака. Нет, не кусать, это был какой-то... То есть Надя мне сказала, что это вот собаки выглядят как что-то из теста, я забыла что. Но это просто в следующем видео расскажу, что я себе где-то записала. Осака это из-за собака. И я думаю... Я возьму вот этот пакетик. Я беру. Я вот линии я сделала, чтобы я их ровно наклеила. Потому что если я здесь что-то неровно наклею, то это было бы очень плохо. И нам попалась вот такая собачка. Это булочка. И она... Номер 3. Это не видно так хорошо, но здесь стоит номер 3. И вот еще раз, чтобы посмотреть на собачку. Mm-hmm. И номер 3 у нас вот здесь. И я должна теперь очень аккуратно это сюда наклеить. Вот так. И вот у нас кусочек уже пирамидки. Тогда следующая новинка... Другая новинка, третья, это у нас вот это, хомяк. Я очень хочу, чтобы мне попались или единица, или двойка, потому что это мои любимые. Надя, как думаешь, какой нам номер попадется? Два. Да, я тогда беру четверку, и мы берем вот этот пакетик здесь в самом начале. Открываем. И у нас вот такой хомячок, это один из моих любимых, мне повезло. И это единица, никто из нас не угадал. Но мне все равно, потому что это мой любимый хомячок, один из моих любимых хомячков. И мне тогда все равно, если я угадала или нет. Тогда следующее, это толстый Боб. И эта коллекция... Должна быть где-то сверху. Подождите, я найду. Надо найти. Вот она. Надя, как ты думаешь, нам двойка или пятерка попадется? Да, я думаю, что закончилась Надин этот. Ее там все такое. Что двойка все время попадается. Поэтому я беру пятерку. И потому что я всегда Надю спрашивала, какой пакетик она берет. Я в этот раз беру, и я беру этот верхний. И пятерка. И я правда ничего не вижу. И в этот раз мне повезло, не Наде. Это хорошо от меня было, что я не как часто взяла тот же самый номер, как Надя. И она здесь вот... Профиль от Боба. Ой. И сначала надо найти, где это все открыть. Вот. Подождите. И клею я Боба сюда. Беру только эту коллекцию. Дальше мы тогда будем делать... курица Лора, потому что это сразу снизу.
Какой номер, ты думаешь, попадется? Два. Я беру шестерку и беру я этот пакетик, вот этот. У нас здесь Лора, как она говорит, я забыла покушать. И она делает так, как будто бы, о нет. И это цифра 2. Ой. Так, это что? Но это называется, что Надя больше не может так часто говорить, что двойка попадется, потому что она есть только в новых коллекциях, ее еще нету. Так, и осталась у нас последняя коллекция белок и желток. Это была новиночка из последнего видео. И вот она. И я думаю, я открою вот этот пакетик. Надя, как ты думаешь, какая цифра нам попадется? Два. Сейчас надо понять, где двойка. Нет, двойка у нас четыре тогда. А, да, вот двойка. Я тогда беру единицу. Если есть четыре, попадется. И у нас здесь вот это желток и это белок. И желток, как видно, убегает. То есть не убегает, он как вода. Он же не может. Так. То есть он уплывает, или как это сказать. Он кричит «нет», а белку это очень все равно, как видно по лицу. И он, по-моему, тоже доволен. И, кстати, это была цифра 3. Никто не угадал. Кстати, если ты 4 взяла, и я единицу. 4 минус 1, 3. Так. И, Надя, мне очень хочется еще один стикер от тебя открыть, потому что мне очень интересно. Поэтому я думаю, я беру этот. И тогда мы идем вот сюда. Если потом книжку положу на стикеры, чтобы они стали гладкими, а то они из этих штук. Я вижу еще одну чашку. Я думаю, это все чашки. И здесь сайдсет. И здесь есть такая кошка, и она плачет. Бедная кошка. Так, открываем здесь. Здесь удобно открыть. И клеим мы вот сюда. Потому что это 5 штук. Я тогда просто вот так сделаю. Чтобы всему было свое место. Но на следующее видео будет опять новиночка. И тогда пока.